Сложно. Они стоят, а что теперь у нас покупатели, покупать ничего не будут. Просто вашему выйдем или что? Можете через проверку. Простите, ваши знакомые. Это не наши знакомые. Это ваши знакомые, вы разговаривали с ними. Я не виновата, что это покупатели из этих двух домов. Мы знаем всех по имени. И не надо мне говорить. Значит, они ваши знакомые. Они не мои знакомые, это покупатели магазина. Естественно, мы всех покупателей знаем по имени. Хорошо. Пусть будет так.